Я сказал о группе, к которой принадлежал сам. Это нормальные люди, которые шли на Майдан за правдой, за европейским путем развития. И я не жалею, что туда выходил, потому что я был честен и остаюсь честен перед собой в первую очередь спустя 6 лет. Но там пересеклись разные интересы разных групп влияния. Это и олигархи, которые хотели скинуть Януковича, украинские олигархи. Это и Российская Федерация, которая хотела в этой мутной воде словить рыбу, и она ее словила, ну, на полную катушку, что называется. Да, мне кажется, вот все поймали рыбу, это кто хотел, кроме украинцев. Это и, безусловно, западные какие-то круги, которые хотели Украину порвать немножко и урвать для себя. Там сварили кашу все, кто мог. При этом мы потеряли убитыми в результате более 13 тысяч человек. Мы потеряли территорию, Крым и часть Донбасса, которая, уверен, в ближайшем будущем не вернется. Мы потеряли экономику, мы потеряли надежду. И даже сегодня, если вы меня спросите, или есть у меня эта надежда, я скажу нет, пока нет.